Сможете ли вы угадать фамилию художника? Перед вами появится картина. У вас будет ровно 5 секунд до того времени, как фамилия и имя автора с названием картины появятся на экране. Попробуйте дать верный ответ до этого времени. Загибайте пальцы на руке, чтобы запомнить количество верных ответов. Тем самым вы узнаете, насколько вы эрудированы. Всего вопросов будет 15. Готовы? 3, 2, 1. Поехали! Если вы дали 15 верных ответов, то вы большой знаток живописи. 10 и более вы неплохо разбираетесь в стилях и разных направлениях живописи. Если больше 5 верных ответов, это означает, что вы увлеченный любитель. А если меньше 5 ответов, то, возможно, вы угадали самых популярных и узнаваемых художников. Напишите свой результат в комментариях ниже. Интересно будет почитать то, что угадал, а также можете написать, кого вам было угадать проще всего. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Если да, поддержите, поставив лайк. До встречи в следующей игре.